Каждый такой памятник – свидетель, обвинитель и судья. Каждый памятник – неопровержимое доказательство геноцида советского народа. Это приговор на века. Как бы кому-то это не хотелось сегодня. Память о жертвах той войны, о героизме наших отцов и дедов сегодня многим мешает жить. Прежде всего, идейным приспешникам убийц и предателей. Это они сегодня чувствуют и чествуют палачей в своих парламентах. Это они начали войну с могилами и памятниками в Польше, Прибалтике и Украине. Полные безумцы.